перевести. Не хватайте. Только не забывай за край света. Бешеный Джек Пират. Великий вулкан. Смотри, сколько чаек, Снак. Что мы с тобой в последний раз ели? А паук, которого я поймал, считается? Это был паук? Ты скормил мне паука? Я думал, что это краб. Это был паук. И вообще, это было почти 3 дня назад, капитан. Три дня! 3 дня без еды, а я не вижу никаких признаков того, что земля близко. Может, поставить еще пару, чтобы быстрее двигаться? Нас ждет голодная смерть, Снак. Мы должны найти еду! Великий вулкан будет говорить. Эй, вы! С вами говорит Великий вулкан! Вулкан голоден! Достаньте ему китайскую еду! Но, Великий, мы кормили вас час назад! Не раздражай меня! Не доводи до греха! Я знаю, когда меня кормили, но я снова голоден! Вы разве к этому не привыкли? У нас больше нет китайской еды, Великий. Не желаю слушать. Великий вулкан страшно голоден. Я начинаю плеваться. Надо его накормить. Да, шеф, но ресурсы нашего острова быстро кончаются благодаря аппетиту Великого вулкана. От леса гамбургеров только булки остались. Нужно срочно расчистить территорию для еще одной плантации гамбургеров. Как вкусно пахнет, Снак. Но это, конечно же, галлюцинация. Нет, на этот раз не галлюцинация, капитан. Все настоящее. Где ты смог раздобыть эту пищу? Вам нравится, сэр? Нравится? Я в восторге, Снак. Где ты это нашел? Начинку я сделал из обрывков паруса, а лепешку слепил из помета и перьев чаек. Ну, а неприятно спрашивать, но спрошу. Где ты взял зеленый соус? Сэр, вы помните, что недавно мне стало нехорошо? Если гамбургеры его не устроят, нам скоро придется покинуть родной остров. Каким образом, шеф? Наш остров создан из пищи, и мы не сможем сделать корабль из пиццы и китайской лапши. Да, мы как-то пытались, и у нас не вышло. Остается уповать на судьбу. Знаешь, Снак, ты отлично мне послужил, и пришло время тебе отплатить. Спасибо, капитан. Топор наточен. Спокойно, Снак, я посмотрю, что у тебя внутри. Нет, капитан, пожалуйста, не ешьте меня. Я невкусный. Эй, вы чувствуете, капитан? Да, ты пахнешь как гамбургер. Нет, стойте, капитан, возьмите. Что это, закуска? Отлично. Нет, капитан, смотрите в трубу. Я лучше съем ее. Ну ладно. Боже, мне хуже, чем я думал. Я вижу остров с чизбургерами на деревьях. Спускай шлюпку! Здесь какой-то странный песок. Святые угодники, Снак! Это не песок. Это коричневый сахар. А это не раковина, капитан. Это картофельные чипсы. У меня такое впечатление, что весь остров сделан из всякой еды. Это лиана съедобна. И кора пальмы тоже. А эти червяки? Не ешь червей, Снак. А все остальное есть можно. Капитан, смотрите. На этих деревьях полно чизбургеров. Идем, Снак, натрясем их. И наедимся. Скорей! Наполните меня едой! Не забудьте прислать кока-колу! И побольше цыплячьих крылышек! Я надеюсь, что шеф и Мабу скоро вернутся. Если они не вернутся, вулкан засыплет нас всяким мусором и костями. Отличное место, да? Согласен, капитан. Кто-то жует. 2 чужака едят бургеры. Их так мало осталось, шеф? Это их корабль. Наши молитвы услышаны. Надо скормить этих идиотов вулкану и удрать отсюда на их корабле. В атаку, ребята! Ура! Да, давно так не ел, Снак. Что? Что случилось? Несколько синих дикарей стоят за вашей спиной, направив на вас оружие. Неужели?
Они не теряют времени, да, Снак? Могу я воспользоваться возможностью и сказать, что я был счастлив работать с вами? Ты вряд ли успеешь. Прощай, Снак. Ой, больно! Молчи, Снак, нас не убили. Не думаю, что они нас убьют, капитан. Нет, мне кажется, что они нас полюбили. Вы боги, о которых говорится в легендах. Это похоже на сон, Снак. Я согласен, капитан. Нас считают богами. Боги, съешьте хоть все, мы еще принесем. Ах, как это вкусно! Снак, я поправился? Я должен сказать, что вашу фигуру больше не назовешь юношеской, капитан. Почему ты не поправился? Другой метаболизм, капитан. Мне бы его иметь. Эй, вы, вот, дайте кексик. Эй, синие, дайте кексик. Я вам сказал, дайте кексик. Я ужасно голоден, где моя пицца? Кто это? Наш великий вулкан. Это злой дух, и он голоден. Да, похоже. Дайте ему что-нибудь, пока он не разрушил остров. Да, мы дадим. Дорогие соплеменники, наш час настал. О каком часе он вещает тут, капитан? Не знаю, Снак. Может, о часе десерта? Совсем скоро мы освободимся от тирании вулкана. Как только мы бросим этих чужаков в его жерло, мы тут же покинем остров на их корабле. Не очень похоже на десерт. Я в последний раз говорю, или скорее кормите меня, или начну плеваться. Мы сейчас. Снак! Эй, вы что? Что вы делаете? Ой, как же мне теперь встать? Идемте, друзья, нас ждет корабль и свобода. Да! Да! А? Сейчас же вернитесь! Вытащите меня! Милый, добрый Снак! Снак, ты слышишь меня? Ты жив? Я боюсь. Кто там заткнул дыру? Эй, убирайтесь оттуда, пока я не начал плеваться. Вы великий вулкан. Что? Нет, то есть, да, ты. Уходи сейчас же, или великий вулкан уничтожит тебя. Ой, вот кошмар. Я сломал плевалку. Скорей, парень, надо бежать отсюда. Можем взорваться. Значит, вы вовсе не злой дух, вулкан? Нет, конечно. Я известный певец. Много лет назад мой корабль потерпел здесь крушение, когда я плыл в Лас-Вегас. Я увидел всю эту еду и решил разыграть местных дикарей. Я не бог. Я охотничий пес. Идем, вулкан, надо выбираться. Нам туда. Выход наверху. Но капитан своим задом заткнул его. Это плохо, приятель. Нужно срочно найти выход. Нас здесь завалит камнями. Похоже на то, малыш. Вот, держи, надевай на голову. Картонный стаканчик тебя защитит. Здесь становится неприятно. Да, шеф, я вами восхищаюсь. Вы так ловко все провернули. И не говори. Ну и куда мы отправимся? Куда захотим, здесь же нет злого духа, который нам приказывает. Слава богу, Снак, нам повезло. Теперь надо разобраться с наглыми дикарями. Не обижайтесь, капитан, но чтобы за ними угнаться, вам следует похудеть на пару килограммов. Правда? Месть подождет. Но как мне сбросить лишний вес? У меня есть идея, капитан. И раз, и два, и три, и четыре. Живее, капитан, активней. Активней. И раз, и два, и три. Активней. Ты станешь активней, когда я приду в форму, Снак. Не отвлекайтесь, капитан. Снак находится в розыске. Чем вы заняты, сэр? Поскольку наш корабль ставит сухой док, чтобы отскрести от днища всякие наросты, я решил заняться пиратской профессией на суше. Вуаля!
Разыскивается за пиратство и отказ есть овощи. Награда 2000 золотых. Это, конечно, лестно, но почему за меня так мало дают, а? Снак, посмотри на себя. Я буду счастлив, если хоть сколько-нибудь за тебя получу. Да, конечно. Сейчас я тебя отведу к шерифу, получу наши деньги, а потом организую тебе побег. Хорошо. Я взял его! А? Что? Я поймал преступника, который находится в розыске. Это пират, который не ест овощей, и его зовут Грязный Снак. Еще бы ты не поймал. Сразу видно, что вы с ним в сговоре. Я не понял. Разыскивается реальный бандит. Награда 2000 и один золотой. Должен сказать, что вы меня очень расстроили. Быть арестованным и сидеть в тюрьме всегда неприятно. Дело не в этом. Я так же, как и ты, мало стою. Вот ваш сокамерник Артура Гальенте. Он убивает всех, кто ему не нравится. Надеюсь, до утра вы доживете. Сокровища. Сокровища? Да. Сокровища. Далеко. Сокровища. Как далеко? Как далеко сокровища? 200 000 золотых. На дальнем краю веселой долины, под большим валуном. Я в школе, но я совсем голый. Очень голый. А? О, привет. Я только что узнал, где спрятаны огромные деньги. Мы едем за ними. Веселая долина. Снак, мы на месте. Через несколько дней мы пересечем эту солнечную долину и получим 200 000 золотых. Хорошо? Здесь вовсе не весело. На первый взгляд. Я уверен, что очень приятно идти по этим каменистым террасам. 8 минут спустя. Поскольку нигде не видно моста, переплывем этот ручей. Снак, это не ручей, да? Вовсе нет. Как я и подозревал. Пошли? По-моему, уже время обедать. Там сидят грифы? Мы еще не умерли! О, нет, сэр, что вы видите? Мираж? Почти что. Это слиток платины. Эй, добро пожаловать в мой слиток. Это фантастический клуб. Слушай же ты, пират Джек, ты решил заглянуть ко мне в гости, крошка. Ты что, все еще покупаешь одежду в аэропортах? Она дрянь. Знаешь, что тебя убедит? Зеркало. Я должен сказать, я только раз видел парня, который страдал от жажды сильнее. Это не важно. Кто он такой, Дина? Ага, откуда мне знать? Эй, парни, почему бы не пригласить этих драных котов в нашу веселую компанию, а? Я не знаю, они одеты как гости из прошлого. Эти парни со мной. Это коктейль. Можно еще один? Еще один? Думаешь, я получаю их даром? У них галлюцинации, значит, скоро мы поедим. Что они танцуют? Ча-ча-ча, румбу. Я люблю танцевать. Почему мы нигде не бываем? Эй, Сэмми, почему ты не дал им ключи от номера? Эй, Дик, они чуть не подохли в пустыне, а мы тут жадничаем. Парам. Эй, друг Джеки, посмотри на эту крошку. Тебе нравятся ее ноги, ее глаза, ее одежда? Вообще-то я никогда не обращаю внимания на одежду. Снак! 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 Что тебе понадобилось? Ой! О, нет, мы все еще в веселой долине! До тебя дошло, Снак! Давай двигаться, или мы никогда не найдем деньги Артура Гальенте! С чего ты взяла, что обед в 2 часа? Я не знаю. Я тебе говорила, что люблю поесть. Thank you.
Ну все, я больше не могу идти. Ой. Снак! Снак, мы дошли, пересекли веселую долину! А? Что? Снак, мы здесь! Теперь мы должны разыскать большой валун, потом достать 200 тысяч золотых, и мы богаты! Здесь столько разных валунов. Который из них? Он должен быть большим. Идем в тенек, не стой на солнце. Сэр! Сэр! Эй, сэр! Сэр, вы валун! Да, я знаю, нам надо найти валун. Думаю, мы нашли его. Отлично. Теперь мы должны вырыть 200 тысяч золотых и считать, что все наши беды позади. А как же жажда? Пока что жажда останется, но все остальные беды уйдут. Деньги избавят нас от усталости и палящего солнца? Нет, это придется терпеть. Но зато финансовый вопрос у нас будет решен. Но как мы попадем домой? Знак, ты должен копать! Иди сюда, я что-то нашел! Да, вы нашли! Тогда доставай! Хоп-хоп! Мы победили! Денежки наши! Сундук полон монет! Гальенто сказал мне правду! Хотя клад не лежал под большим валуном, как он уверял. Ну, вообще-то, если подумать, каждая песчинка — это просто крохотный валун! То есть все в мире относительно. Для вас это может быть песчинка, но для муравья, хотя это совсем другая история. Возможно, наша планета всего лишь песчинка в масштабе Вселенной. Довольно! Хочешь, чтобы я прикончил тебя? Оторвать тебе ноги и заставить сожрать? Прочь, мы не собираемся умирать! О, Снак, как я ждал этот день! День триумфа, славы, богатства! Умерь свою радость, бешеный Джек, пират. Артура Гальенте. Приятно, что вы помните мое имя. А теперь убирайтесь, чтобы я мог взять сундук, который вы для меня отрыли. Не выйдет. У тебя есть транспорт. Почему ты не вырыл этот клад раньше? Вообще-то, я точно не знал, где он зарыт. Я боялся, что мне придется перекопать всю долину, чтобы его найти. И был прав, как вижу. Но как же ты выбрался из тюрьмы? У меня просто кончился срок, глупый пират. Меня отпустили сразу же после того, как я съел за завтраком тройную порцию очень вкусных блинчиков. Блинчиков? Хвостун, он Мираж. Тогда я Мираж, который отнял у вас 200 тысяч золотых. Но мы... Наш клад, я... Адиос и мучос грасиас, друзья. Все это просто ужасно. Ни еды, ни воды, ни денег. А мы стоим на краю веселой долины. Что же нам делать? Что ты машешь, совсем сдурел? Эй, парни, прошу к нам и забудьте свои печали. Я так и знал, что мы встретимся. Сначала надо утолить жажду, не правда ли? Я бы сказал, для вас это самое главное. Вы обслужите нас в кредит? Да, пупсик, не бойся. Они скоро свалятся. Да, наверное. Эй, не пора ли подобраться поближе? Почему-то яркие цвета меня раздражают. Я коллекционирую камни, это увлекательное хобби. Даже в книгах об этом пишут.